Привет всем, кто смотрит сейчас этот сюжет. Получил я две посылки. Одну с Китая, другую с Киева. Ну, с Киева это все равно, что с Китая. Только разница в том, что быстрее и дешевле. Вот. А товар тот же самый, что из Китая. Ну, немножко может быть дешевле. С Китая я получил приемник. ФПВ-приемник. Вот сейчас я его пытаюсь отодрать, чтобы вам показать. Вот такой ФПВ-приемник. Эйчин Родго 1 Pro. Есть еще Родго 2 Pro с двумя антеннами. Вот. Что было в комплекте этого приемника? Он пришел в такой коробочке. Хорошая коробочка. Кроме этой коробочки, упаковка была пластиковый пакетик тоненький. И все, больше ничего не было. Ну, хорошо, что не прижали, не деформировали. Пришел очень быстро. С Китая до Одессы он пришел за 12 дней. Это вообще скорость. Перед этим я заказал у другого продавца и другой модельки. Чуть он подешевле был. Приемничек. Продавец на третий день после заказа отписался. У нас нет этой модели, у нас есть лучше, новая. Значит, я ему написал, высылай. Он мне тут же скинул код отслеживания. Я его отслеживал 75 дней. Через 60 дней я открыл спор, потому что мне хозяин втирал там, вернее, продавец втирал мозги, что вот со дня на день он у тебя уже будет, он уже у тебя. Но ничего не было. AliExpress попросил меня 10 дней подождать, я подождал 15 дней. Через 15 дней Алик мне вернул деньги. И до сих пор никаких следов этого приемничка нет. Как только вернули, я решил заказать подороже. Кстати, это была доставка бесплатная за 12 дней. А там мне пришлось еще доплатить $3 за быструю доставку. В общем, ну, не знаю. Это нетипично для Китая, но, тем не менее, где-то порядка 10, наверное, может быть 12 возвратов из 150 покупок на Алиэкспрессе у меня есть. Ну, это я отошел, уклонился в сторону. Так вот, такой приемничек. В такой коробочке. Два кабелечка. Один microUSB Type-C, что подходит к моему смартфону очень хорошо, а в другой microUSB. Это для моделей, которые имеют разъем microUSB, а не Type-C. У меня не было сначала никакой информации об этом приемнике. Уже я получил так более-менее приемлемую информацию, когда стал им пользоваться. Но эта информация меня, честно, откровенно, очень даже обрадовала. Что выложенный ролик о сравнении работы этого приемника по удержанию картинки и с очками тоже и чиновскими, получилось, что у него прием гораздо лучше и увереннее, то есть до 2000 метров он очень даже хорошо держит картинку. Дальше человек, который выложил это видео, на более длинное расстояние он его не отважился отправлять, вернул. Я посмотрел это видео, вот он, я посмотрел там, где он выложил
видео до 1380, меня это очень даже обнадежило. Хотя я не был уверен, что будет такой эффект. Ну, хотя я смотрел более раннее видео, но там немножко другой был приемник, как его человек, выложивший видео, назвал свистком, потому что не было пластикового корпуса, а просто в термоусадке был приемничек. Вот. Он поднял на 10 тысяч метров свою симу, ну, в принципе, сима на раме, там только полетный контроллер и моторы были, коллекторные моторы и симовская сима X8 панелька, то есть полетный контроллер. Все было собрано на раме и с мощными аккумуляторами, и тем не менее на 10 тысяч метров он поднял свою симу. Это вообще шикарно. И картинку обеспечивал, как он сказал, свисток, вот именно такой приемничек ФПВ. Но я опять же отклоняюсь. Так вот, получил я такой вот приемник с Китая. Для чего мне нужен был? Ну, для того, что мне не хватало. Вот у меня такой мониторчик недорогой, который я использовал. Мне приходилось его делить между этим. Вот видите, у меня здесь крепеж. Мне приходилось его делить, ставить то сюда, то снимать, то ставить сюда. Вот эти вот зажимать. То есть разные модели, разные приходилось использовать пульты. И тут, естественно, менять монитор, но не всегда было удобно. Сейчас, конечно, уже удобно. Видите, я его просто поставил сюда. Он у меня стоит. И я могу его не менять. Вот. А сюда могу, что я и делаю, поставить свой смартфон вот таким вот образом, кверх ногами, ну бывает, поставить свой смартфон, вот, подключить этот приемник, видите, и никаких проблем у меня в этом вопросе не возникает. Но я забежал немножко вперед, прекращаем эту демонстрацию. Итак, продолжаю. В комплекте также была антенна. Сейчас я вам покажу. Вот такая антенна на 5,8 ГГц. Вот она с этого комплекта. Не самая лучшая антенна. Сразу скажу, что вот у меня антенна от тоже на 5,8 ГГц от приемника Панда, новый приемничек на рынке, недавно появился, с 5 диапазонами усиления, 25, 100, 200, 400 и 600 милливатт. Вот, 25, 100, 200, 400 и 600, правильно, 5 диапазонов усиления. Вот. Очень удобно. И по усилению сигнала, ну, это вот из трех приемников, которые у меня есть в использовании, это наиболее мощный, будем так сказать, более качественный. У меня есть ичиновский приемничек. Есть также приемничек, который самый древний у меня, самый старый. Вот.
Это у меня приемничек на 600 милливатт 5828L. Он уже здесь и разъем убран, то есть напрямую подпаян, потому что тоже разболтался. Я его уже и в термоусадку свою тут вставлял и снимал вот этот переходничок для подключения антенны, запаивал сюда антенну напрямую. То есть что только я с ним не делал, с этим приемником. Вот. И, кстати, то видео, которое демонстрировал товарищ, выложил в интернете по поводу тестирования вот этого приемника, он именно вот тестировал с этим передатчиком. Вот эти передатчики, у меня три передатчика, два стоят на дронах, один здесь, если я не ошибаюсь, здесь у меня стоит панда, да, эйчиновский стоит у меня на Бэнктусе. Так что есть с чем сравнивать, с чем пользоваться. Так вот, получил я такие посылочки. И вторая посылочка, как я вам уже намекнул, сказал, вот этот боксик с Киева. Это боксик у меня самые дешевые, ну, почти самые дешевые, есть еще дешевле. Самые дешевые китайские VR-очки, очки виртуальной реальности. VR-бокс. Вот. Почему я его взял? Потому что так прикинул, у меня в Фокстроте долгое время лежали бонусы на 112 гривен. Я их не знал, куда использовать. А тут глянул, что есть у них VR-очки. Ну, правда, они немножко не такие. У них тут кроме VR-бокса, были еще точно такие же по расцветке, но другой фирмы, и у них рейтинг получше. Вот я взял такие очки. Они мне обошлись 8-7 гривен. Ерунда. Что тут у них было? Инструкция, очки, упаковка и две салфетки, которые я еще не использовал. Качество, конечно, этих очков, выполнение ужасное. Ужасное. Получил я эти очки, получил я этот приемник. Приемник я, честно откровенно, заказывал не для очков, а именно для смартфона. А потом думаю, ну если есть приемник, что не попробовать и с очками, с такими, тем более дешевыми. И попробовал. Ну и думал, стоит ли видео создавать этот сюжет, опубликовывать его в YouTube или нет. Потому что обзоров на эти очки полно. Правда, гораздо меньше, практически нет обзоров вот на этот приемник. Вот, ХС. Ну, я подумал, может быть, кому-то расскажу свои впечатления. Может быть, кому-то это и понадобится. Кто-то использует практически. Вот очки выглядят таким вот образом. Коробка пластиковая. Кстати, пластик неплохой, не вонючий. Вот. Резинки на голову. Вот дермантиновая здесь накладочка. Вот. Регуляторы, оптические регуляторы. Вот. Приближает фокус, удаляет фокус. Расстояние между вот этими рычажками, расстояние между зрачками увеличивает, уменьшает. Хотя, честно говоря, ни хрена она тут роли не играет. Вот если этот фокус уменьшает, увеличивает, приближает, удаляет, то да. У меня дальнозоркость, ну и уже учитывая мой возраст, то у меня и в молодости, в детстве была дальнозоркость старческая. Ну а сейчас вообще предельно. У меня линзы в очках по плюс 8, ну плюс 8 и плюс 6. Вот, если плюс 6, вот еще оно корректирует, а плюс 8 уже ни хрена не корректирует. Так что приходится одним глазом смотреть. Вот. Но тем не менее видно. Видно. Я когда брал их и проверял в магазине, скептически был настроен и, честно, откровенно,
Думал, что, ну, выброшенные деньги, дерьмо. Вот. Потом, когда попробовал все, разные программы попробовал, ну, тогда уже немножко у меня мнение изменилось. Вот видите, есть такая рамка, куда вставляется смартфон. Это я вам уже показал. Вот, линзы. Линзы, они из оптического пластика сделаны, или как оптической смолы. Но уже поцарапаны. И я думаю, что даже если в Китае покупать, то же самое будет. Я смотрел отзывы, кто на Алике покупал. Те же самые претензии, те же самые проблемы. Собрано, склеено. Ну, видите, блин, тоже так вот. Раз, раз. Тут все. Все отходит, все трещит. Ну, то есть, сколько стоит вот эта накладка нормальная, она снимается. Вот эти, если хотите, можете снять ее, но не надо. Можно, во всяком случае, если испортите, можно купить другую и поставить на место. Эти линзы, можно их, когда я только взял, они были залапаны руками. Причем страшно залапаны. Ну, то, что они поцарапаны, вот здесь, я не знаю, видите вы или нет, но видно мне хорошо, что они поцарапаны. Ну, и были залапаны. Я думал, как же их протереть. Ну, оказалось, все гораздо проще. Вот, снимаете эту вот пластиночку, отодвигаете эту шторку, выдвигаете линзочку, там направляющий, снимаете с направляющей, вот, и всех делов до копейки. Вот, так что потом обратно ставить, одевать. Вынимаете через вот через это окошечко. Я вам сейчас, не знаю, увидите вы или нет, покажу направляющие эти. Вот видите, она вставляется обратно без проблем. Нет, наверное, не увидите. Вот там вот направляющие, на которых они держатся и елозят. Когда эту пластинку снимаете, до конца выдвигаете и вынимаете эту линзу, протираете, ставите ее потом взад, обратно, и никаких проблем. То есть технически здесь все примитивно. Ну, я не знаю, для каменного человека все здесь доступно, можно разобраться. Вот. Это отверстие для того, чтобы можно было играть в игры. Но, честно говоря, мне кажется, что смотреть фильмы, мультфильмы и прочее, играть в игры с этими очками, это, ну, во-первых, зрение гробит свое. Это раз. Во-вторых, ну, настолько неудобно. Это надо иметь хорошие профессиональные очки с регулировкой. Не механической, вот такой примитивной, а программной регулировкой зрения. Ну, то есть, если вы хотите попасть действительно в виртуальную реальность, то да. А если вот так вот нужны очки для какого-то одночасного или одномоментного использования, например, как мне для регулировки пидов в квадроткоптере, то есть можно их использовать, эти очки, для управления квадрокоптером. Но я пока еще не пробовал, но как попробую, обязательно отпишусь, сниму видео. Во всяком случае, с программами работают нормально. Вот я вам сейчас покажу, как ставится сюда. Да, и один такой момент. В техническом описании было сказано, что здесь можно вставить смартфон с диагональю 4,7 дюйма и максимальная до 6. У меня 6,3. То есть мой смартфон, ну, он уже не совсем новый, но прошлогодний, будем так говорить, Redmi Note 8T. Видите, он такой широкий. И что меня приятно удивило, то, что я могу его, я сначала без вставлял без чехла силиконового, который, то есть родной его чехольчик без чехла, а потом думаю, да, попробую, потому что здесь есть нюанс, я вам сейчас расскажу об этом нюансе, в чехле вставить, опа-на,
стал как родной. Видите, без проблем. И подключение идет и вставляется в очки. Раз, и все. И здесь, и мы таким вот образом приемничек ставим на панельку. Вот. Видите? Двухсторонний скотч. И прикручиваем антенку, которая у нас от панды передатчика. Потому что она наиболее эффективная. Потому что даже его родная, вот родная, я вам покажу, как она. Здесь просто оголенный кончик экранированного кабеля вот в этой антенне на 12,92 миллиметра. Вот остальное экранировано. А здесь немножко другая и очень, честно, откровенно, хреновая система, которая очень, она хрупкая, потому что спаяна из двух латунных цилиндров. Вот. Но тоже, видите, два латунных цилиндра спаяны вот здесь, вот, припаяны к экранированному кабелю, и термоусадочки еще так скреплены. Ну, принимает, принимает. Чуть-чуть хуже на определенных частотах. Лучше на определенных частотах хуже, чем та сосиска. Это сосиска белая, это сосиска черная. Так вот, вот такую сосиску, так точно такая же сосиска с такой же системой идет и в передатчиках эчиновских, ФПВ-передатчиках. Я ее сломал сразу же. Вот, поэтому вот так вот крепится. О, я забыл включить, но не знаю, сейчас получится, не получится. Нет, не получится, надо вынимать. Вот я вынимаю для того, чтобы включить. Видите, вот один нюанс неудобный вот в этом, потому что есть пульты дистанционного управления. Но я, честно, откровенно думал, что с пультом будет. Но оказалось, что нет. Я не знаю, видите вы, не видите. Видите вы или не видите. Вот, есть такая программа. Но она только на Banggood. Есть эта программа, ее можно скачать. Но в Play Market есть другая. Вот здесь вот под очки. Она сразу автоматически. Я, вот, видите, вот сейчас она с разделение уже есть. Вот можно эти разделить. То есть размер. Видите, можно уменьшать. Я не знаю, видите вы или нет. Есть здесь запись экрана. Фотографировать можно и настройки. Видите вы, не видите? Ну, потому что здесь немножко может камера не уловить все эти изменения. Ну, я во всяком случае пробую. Вот запись я включил. Потом мы еще подключим приемник. Хорошо, вот так вот мы сделали. Включили разделение экрана на два. Вставляем обратно. И вот вы видите, окуляры светятся. Значит, там есть изображение. Вот оно, изображение. Можно подобрать. Если у вас не такое зрение, как у меня. Ну, я тоже подобрал. Тоже подобрал. Немножко первое впечатление было такое. Мои камеры ФПВ, они довольно-таки, ну, узкого угла, будем так говорить, где-то порядка
150, может, 120 градусов. И поэтому надо уменьшать размер окна, чтобы было более-менее так приемлемо. Но не будем пока мучить. Вот видите, одеваете на голову. Это регулируется, ремешки регулируются. Со временем они, эти резинки, растянутся. Но эта резинка не проблема. При желании можно будет, будете подтягивать, подтягивать, подтягивать по мере растягивания. Потом, когда она превратится вообще в тряпочку, купите новую 3-сантиметровую резиночку в любом магазине, который торгует швейными аксессуарами. Вот. И перешьете все это. Или сошьете себе еще более интересную. Видите, все эти рамочки, я думаю, они останутся целы. То есть тут проблем не будет. Она очень легко снимается. Вот здесь вот раз. Снял, одел. То есть, no problem. Ну ладно, раз я уже снял, не буду сейчас внимание ваше отвлекать. Вот так вот крепится. Вот так вот смотрится. И работается. Я пробовал по квартире ходить, потому что на улице сейчас невозможно. Там дожди идут каждый день. Февраль месяц, начало. Ну, одесская зима. У нас даже были морозы до минус 13 градусов. Но это было, ну, где-то 3 дня. Снег 2 раза падал. Сейчас он тает. Все под дождями тает, лужи. Это хорошо, потому что прошлая зима у нас было ни дождей, ни снега. Сухо было все. И прошлым летом урожая тоже никакого не было. Так что вот такие вот здесь интересные, да, приспособления. Главное, что удобные. Вот. Снимаю я. Вынимаю. Немножко греется. Ну, так, незначительно. Где-то градусов до 40, наверное. Вот. Это вот сам бокс. Кто думает, покупать, не покупать, вот я вам рассказал. В каком состоянии. Хотя все эти вот царапины на линзах, они особого, да вообще никак не влияют на ваше восприятие картинки. Поэтому можете не беспокоиться по этому поводу. Вот. Есть еще одна программа. Есть еще одна программа, которая позволяет. Даже две программы. Одну я уже удалил, потому что есть GoFPV. Можете скачать тоже на этом самом, в Play Market. Вот ее. Ну, ужасная программа. Особенно, когда запись не происходит, она не производит. Вот есть FPV Droid. Программка такая. Вот она, видите. Здесь запись видео, запись, то есть фото и настройки. Настройки здесь, тут до хрена настроек. И систему можно установить видео. Я NTSC поставил. Можно и PAL, и PAL-N, и PAL-M, и PAL-60, и SECAM, NTSC, NTSC-443, и NTSC-MJ. То есть, ну, до хрена тут. Выходное видео, то есть в каком формате будет видео записано, и композит 1, композит 2, композит 3, композит 4. Не знаю, что такое композит 1, 2, 3. Пробовал в композит 1 записал. Сейчас записываю в S-видео. Поэтому я думаю, что S-видео это будет лучше. Connect USB. Вот USB камера. То есть можно подключать USB камеру сюда. Вот. Ну, в общем, тут через Bluetooth можно и можно по USB. Также можно частоту. Я 57600 поставил. Вот. Законнектился через USB. Может, если есть через Bluetooth, может и через Bluetooth. Но есть один недостаток.
Авторекординг надо ставить, авторекординг, потому что записывать она будет все равно только когда вы нажмете, но это удобно. В отличие от предыдущей программы, там включаешь авторекординг, и она сразу начинает записывать, не совсем удобно. А здесь вот так вот раз, видите, он такой. При воспроизведении, что эта программа, что та, она запись растягивает на весь экран. Ну, это кому как нравится. Ну, во всяком случае, черных полос по бокам не остается. Это уже хорошо, и поэтому при монтаже с видео с другой камеры не надо обрезать черные полосы. Это здесь никак не работает, поэтому на это даже не обращайте внимания. Это так, для отвлечения. Ну, вот сейчас мы с вами попробуем посмотреть, что же реальную картинку, какую оно дает. Я отключаю. Мы посмотрим реальную картинку. Чтобы подключить, нам надо что сделать? Нам надо включить передатчик. Передатчик. Вот я включаю передатчик. Снять крышечку. Мне тут камеру надо объективчик закрепить. Он после удара. Это камера, однако. Камера, экшн-камера, хорошая экшн-камера. От удара, хотя была противоударная, было написано, EDH-7000. Она от удара перестала работать. Ну вот, сейчас мы подключаемся. Я не знаю, будет ли вам все это видно, потому что у меня камера на голове. Так, это вот у нас такая картинка. Ну, если вы ее не увидите, я вам тогда вот запись включу. Вот картинка наша с ОСД. Повернем. Где-то вот камеру. Там на подвесе у меня курсовая камера. Вот она, курсовая камера на подвесе. Вот она. Такую дает картинку. Видите, да, это у нас эта программка. Сейчас мы с этой программки выйдем и зайдем в другую программку. Выходим. Окей. Заходим в эту программку. Окей. Вот у нас с разделенным экраном, а мы включим запись. А запись будет все равно одним экраном. Так мы что очень даже хорошо. Запись одним экраном с двух экранов разделенных. Сейчас мы зайдем в настроечки и уберем экранчик. Вот мы убрали один экранчик у нас. Он тоже включил запись. Запись идет. Видите, вот так вот. Вот так вот работает. Это у нас. Я вам постараюсь отставить. Отмена. Выключим запись. Теперь выйдем из программки. Вот я в описании ссылочки оставлю ссылочки на программки, чтобы вы могли. Ну, так что в Play Market, я думаю, даже не надо вам оставлять будет ссылочку. А вот та, что на Banggood, я вам ссылочку оставлю. Она довольно-таки древняя программка. 2.0 там написано на ней. И при установке будет писать, что необходимо обновить. Не обращайте внимания, просто устанавливайте. Вы ее можете скачать на компьютер, а с компьютера путем через флешку занести в свой смартфон. И в смартфоне сразу же она под Android. Эта программа под Android.
Значит, и в смартфоне она сразу же устанавливается, попросит вас обновить. Вы проигнорируете этот момент в установке и устанавливаете ее. Вот. Ну, в общем, вот такие у меня тут новые причиндалы. Аксессуары, будем так говорить. Жду, конечно, погоды, жду тепла, чтобы выехать на природу, на поля. Ждут меня мои модели, которые надо довести до ума. Вот эту модель, потом в корпусе Симы ПИДы выставить. А ПИДы выставить можно только на природе, на полях, потому что в городских условиях это разбивать только квадрокоптеры, что я уже с корпусом Симы сделал дважды. Я уже два корпуса разбил. Кто регулярно заходит на мою страничку, тот видел предыдущее видео, где я в очередной раз разбил Симу. Ну, случайно пытался остановить коврик и пальцем зацепил за переключатель арм-дизарм. Отключил моторы. Ну, что ж. Поэтому, чтобы случайно в следующий раз не зацепить, я немножко изменил настройки. Перенес этот переключатель, вернее, включение-выключение моторов чуть дальше от пальцев. Потому что, как правило, включаешь один раз и выключаешь один раз. А другими переключателями пользуешься в процессе полета. Ну, поэтому, чтобы не было таких вот катастрофических нюансов, оплошности, я немножко перенастроил. Ну, правда, некоторые страхуются, выносят дизарм на два органа управления, на вертушку и на двухдиапазонник, то есть позиционник, на двухпозиционник. Вот. Но мне хватает одного. У меня не так много органов управления на пульте. Ну, в общем, все, вот все, что я вам хотел рассказать и показать. Значит, кого это интересует, делайте выводы, надо вам это или не надо. Но мне надо, видите. Я думаю, что мне в хозяйстве пригодится. А вы уже как-то сами определяетесь. Ну все, спасибо, кто смотрел. Пока.